Приветствую вас на видеоверсии сайта Tarantass News. Прямо сейчас расскажу вам о ситуации по штрафам в России. Как сообщает ТАСС, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин раскритиковал проект нового кодекса об административных правонарушениях. Напомним, что ранее Минюст России предложил новый проект КОАП, в соответствии с которым штрафы для водителей за нарушение ПДД должны вырасти в несколько раз. При этом премьер-министр отметил, что такие штрафы для автовладельцев будут непосильными. В качестве примера он привел размеры штрафов, в частности, за нарушение скоростного лимита, которые должны были увеличиться в 6 раз по новому проекту. Также Михаил Мишустин добавил, что у россиян пока нет такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы. Премьер-министр призвал осторожнее подходить к повышению штрафов и пений и в будущем не выносить на обсуждение сырые документы. У меня пока все, еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantass.news. Пока!